Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии при поддержке Министерства культуры Краснодарского края в кинотеатре «Болгария» 10 и 17 мая текущего года для прихожан организованы два бесплатных кинопоказа художественного фильма под названием «Излечить страх». А также всем желающим фильм можно будет увидеть 23 и 30 мая с 11 часов 30 минут с приобретением билетов. Мы снова с вами в радости Пасхи проведем это время вместе. Давайте мы по-православному начнем наш просмотр и все 450 человек пропоем «Христос воскресе». Христос воскресе! В основе сюжета картины лежит драматическая судьба великого хирурга и священнослужителя Валентина Феликсовича Воина Ясенецкого, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Талантливый врач, человек глубокой веры, он успешно врачевал душу и тело людей, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что в съемках картины принимали участие три стороны – Россия, Украина и Беларусь. Вы хоть во что-то верите? Слава Богу, что появилась возможность у православных людей вместе собраться в кинотеатре, причем в таком большом количестве, посмотреть хороший фильм. И мне кажется, что это должно быть доброй традицией. Православные должны смотреть хорошие, добрые фильмы. И мы предложили руководству кинотеатра «Болгария» сделать такое замечательное начинание – «Вечер доброго кино». И я думаю, что православные христиане готовы посещать вместе с семьями, смотреть хорошие фильмы, хорошие мультфильмы, то, что пробуждает в человеке чувство веры, радости, добра, любви. И не обязательно это фильмы должны быть о храмах, о куполах, о свечах. Пусть этот будет фильм о настоящей любви, о любви мужа к жене, жены к мужу, к детям, к родине, к своей вере православной. И дай Бог, чтобы такие вечера у нас были, и дай Бог, чтобы православные общались не только в храмах, но и после богослужений вот за такими прекрасными киновечерами. Христос воскресе! Я благодарю Господа за то, что Он дал нам возможность присутствовать на таком прекрасном сеансе, что современными технологиями есть возможность рассказать о наших святых большому количеству людей. И как преподаватель университета, я очень хотела бы, чтобы все мои студенты и вся наша молодежь как можно больше знала о наших святых и православную веру несла в своих сердцах всегда. Я благодарна нашему настоятелю за возможность предоставления и организации таких киносеансов. И очень хочу, чтобы в нашем приходе появился не только традиция показов таких фильмов, но и организовался бы определенный киноклуб, в котором все желающие могли бы ознакомиться с такими прекрасными фильмами и поделиться своим мнением и привести сюда своих близких, друзей и родных.